Сегодня мы станем свидетелями уникального события – перетягивания человеком веса около 50 тонн без специальных приспособлений, как это обычно делается в силовом экстриме. Председатель областного отделения Российского спортивного союза молодежи Сергей Агаджинян в рамках подготовки трюка для патриотического флешмоба, когда он собирается потянуть за собой отечественный самолет «Сухой Суперджет-100», приехал в Видное. Здесь, на территории ПТП, он решил сымитировать подобные обстоятельства, передвинув эвакуатор весом 40 тонн и 10-тонный автобус на жесткой сцепке. В рамках патриотического флешмоба в течение полутора лет мы перетягиваем различные виды техники, отечественной техники, подчеркну, знаковой техники как для Советского Союза, так и для России современной. То есть это берется техника не только периода Великой Отечественной войны, но и вообще любая техника, чем-то отличившаяся в истории. И вот такую историческую память мы как ниткой сшиваем своими экстремальными номерами. Отличительная особенность номеров заключается в объединении спортивного и сценического экстрима. Каждый трюк сопровождается надуванием медицинской грелки до ее разрыва. Знаковое событие посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Спортсмен покажет, какие возможности есть у человека. На самом деле они очень большие, ресурсы, потенциал огромный. Ну и смысл этого всего мероприятия – здоровый образ жизни. Показать, что здоровье у каждого много, просто им нужно заниматься, и тогда будет все хорошо. Чтобы исполнить такой трюк, помимо обычных походов в спортзал, необходимы специальные тренировки. Главное – рассчитать нагрузку и распределить ее на все части тела. И вот после длительной подготовки наступает ответственный момент. Будущий патриотический флешмоб будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слава Богу, все хорошо. Спасибо большое за поддержку. Не сделать мы не могли. В прошлый раз, скажу, мы делали с автобуса малого класса 3 тонны. Но большое спасибо Видновскому ПАП. Без его профессиональных специалистов не получилось, потому что многое зависит от факторов накачки колес. Если колеса спустить, я просто это не сдвину. Исполнение трюка с перетягиванием самолета запланировано на ближайшие месяцы на аэродроме в Жуковском. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.